попробуем делать. О, раздавил хорошо. Мало что меняется, вот уже 2, 3, 5 лет и ничего нет.
тренинги, это не волшебные тренинги, это не тренинги волшебства. Когда раз, прошли тренинги, сразу все поменялось, заработало. К сожалению, я не могу такого вещать, это не к нам. А когда после экстрим-тренинга надо работать, ежедневно тренироваться, тогда результаты будут. Да, можно выйти замуж девушки из деревни за принца. Можно. В одном случае из миллиарда, сказка. Можно найти клад большой, можно. В одном случае из миллиона. Небольшой клад, в одном случае из тысячи, если ты хочешь металлоискателя. Ты знаешь, где искать и что искать. Но остальное требует работы, работа еще раз работа. Экстрим-тренинги сводятся к тому, что нужно преодолеть это ожидание чуда. Ну где это чудо? Ну сделать это чудо для меня. Чудо это во многом этот шаг. Но сделать не боясь. Вот это не боясь. В принципе ничего. Кто стал разочарование почувствовать, правда? Блин, а где же остров? Где кинжал в попку? Где вообще стрим? Где? Нету. А так во многом нужно. Надо сделать этот шаг для того, чтобы жизнь заработала. И в принципе цикл экстрим-тренинга сводится к тому, чтобы делать эти шаги. Психологически под основу зубы такая. Внутри запор мощнейшие. Ограничители, которые вы себе поставили, жизнь вашу поставила, сценарии родительские поставили, окружающие поставили. Что не делай так, веди себя по-другому. И вообще, сиди не высовывайся, не выпендривайся. Будь как все. А для того, чтобы кто-то добиться, надо делать шаг. Нужно преодолевать это внутреннее барьеры. Нужно двигаться к достижению цели по определенным технологиям. Тогда жизнь будет меняться. И экстрим-тренинг это как-то прорыв этих ограничений. Не, это в большей степени хирургия, не мягкая терапия, долго и нудно лечиться у врача, а потом опять, а потом опять, а потом опять, а потом опять. Во многих хирургии раз отрезали, выздоровели, поехали. Но делая работу, реабилитационный период, поехали, работали. Но надо работать после этого. Только одно условие. Экстрим-тренинги какого типа будут? Кроме того, что это, завтра у нас будет экстрим-тренинг. Огненный волк, с огнехождением. Для кого-то сложнее, для кого-то это наоборот. Легче, кто-то уже проходил. Но тем не менее, там воздействие от 400 до 900 градусов угли. Это нормально раскаленные угли, оно все будет гореть. Нужно будет пройти не просто только стать, а нужно будет пройти. Нужно будет пройти для того, чтобы включились внутренние механизмы, резервные сверхвозможности, чтобы оно забурлило внутри те сверхвозможности, которые у нас есть, чтобы эту энергию перенаправить на достижение своих целей. Для трижды женатого это вообще пустяк, мне кажется. Для трижды женатого вообще пустяк. Ну как тебе сказать? Ну для того, кто хочет ехать во Францию, добиться много чего и начать выигрывать во многом, может быть, есть смысл, может что-то не так делается, где-то так. Может быть. Я просто так говорю. Это говоря про огнехождение. Кроме того, что огнехождение, у нас будет еще полет дракона, который в принципе сводится тоже к тому, что экстремальный тренинг, падение в пропасть со скалы. Падение самостоятельное, падение к друзьям, соответствующий антураж. Соответственно, подготовка до, после, вместо того. Будут еще другие тренинги, которые связаны в следующих этапах, которые завязаны на тоже элементы преодоления, отработки техники достижения цели, отработка техники преодоления внутренних барьеров, формирование новых стереотипов поведения, которые ведут вас к большему успеху и в этой жизни, и в следующих жизнях. Это я так шутку, но тем не менее. Экстрим-тренинги сводятся к тому, что нужно делать экстремальные усилия для того, чтобы достигнуть определенного результата. Усилия часто сводятся к тому, что сделать один шаг. Но когда все вокруг говорят, что не делай этот шаг, это невозможно, стеклышки порезут, угли сожгут, и люди сидят в своих квартирах, и жизнь мимо проходит, и все становится скучно, неинтересно. А кто-то ходит по образно, по углям, по стеклам, и жизнь начинает работать и двигаться, если он потом делает еще шаги определенные. Так что, ребят, я приглашаю вас всех на наши тренинги, которые начинаются завтра. Да. Еще предлагаю тему для экстрим-тренингов – смотреть на солнце в телескоп. Тоже хорошо, глазки выжигаются хорошо. Просто два раза все можно пробовать. Только всего два раза. Раз, два, и потом мозги выжигают до два. Не, один глаз и второй. Один, только одно, одно. Оно может прожечь хорошо, если хорошо телескоп. Мозги прожигают однозначно. Отвечаю на Сашу вопрос. А любой экстрим-тренинг может делаться, доставить друг от друга болезнь, так он лоб расшибет. Это из этого мысли. Поэтому я любой экстрим-тренинг, когда говорит по технике, поэтому я розочки убрал. Поэтому, если кто будет повторять, некоторые повторяют, да я такой и порезался. Некоторые прыгают прямо, не без подготовки, конечно, будут проблемы. И в огонь будут проблемы, если без подготовки. Поэтому экстрим-тренинги это не тренинги для дураков. А тренинги для тех людей, которые хотят преодолеть, знают, что нужно преодолевать,
знает, что нужна какая-то энергетическая подпитка. Каждый, кто прошел, был элемент такого. Который для потом, чтобы энергия появилась, чтобы потом двигаться по жизни. Но тренироваться и двигаться по жизни. Чисто традиционный. Завтра мы, кто едет с нами, нужно будет подойти к Юле. Юля объяснит, где, что и как. Вот Юля. Юля, покажи, да? Вот Юля. Юля объяснит, что, где и как. Это будет происходить. Для того, чтобы поехать туда, кто поедет, может подумать, может потом Юле позвонить или мне позвонить. Нужно две вещи. Первое. Решительность для того, чтобы пройти сквозь угли. Мы 3 часа будем готовить переходы через угли. Через каменные угли. Готовить. Мариновать. С лучком, с помидорками, там такой. Рассольчик лица. Нарезать так хорошенько. Потом шампурок хорошо получается. А потом, соответственно, пойдем. Это будет за городом в одном из ущелий. Мы дождемся, когда будет темно, чтобы было интересно, чтобы угли были видно, что они горящие, а не просто так. А не ради там чего-то, каких-то угли. Хотя эффект психологический того, чтобы снять ночь, ущелье, никого вокруг, горят костер, который, и вы потом идете по нему. Хорошо. Никто не слышит. Криков таких, мои ноги, где мои ноги? Это будет завтра. Что нужно взять? Мы никого не кормим, мы не представители психологических тренеров, гипотечки и все остальное. Каждый сам решает за себя, что и как. Единственное, что насесть, что было на что сесть. Соответственно, одежда удобная для прохода. Соответственно, та одежда, которую потом можно подвернуть, чтобы можно было нормально пройти через угли, через огонь. И самое главное подготовка, желание, решение, решительность на потом делать какие-то следующие шаги и двигаться по своей жизни. Цель этого тренинга. Завтрашний поставщик именно такова. После этих тренингов будет у нас работать школа по мастерская личностного роста, так называемый, коучинг. Мастерская, где каждый будет ставить определенные цели, и целенаправленно достигать работы вместе со мной, достигать этих определенных целей. Не только со мной, но с командой, которая определенная, будет помогать ему это достигать. Вот, в принципе, все то, что я хотел себе рассказать вокруг вот этого всего. В большей степени были стекла, а все остальное настройка. Так же самое у вас, вы сделаете часто один шаг, нужно сделать дырочку в плотине. Чтобы оно прорвало, если есть что прорвать. А если сделать дырочку в плотине, а там энергии нету, и человек ждет, а вот кто за меня будет делать мою жизнь, вообще посадить на лодочку и на корабле с голубыми, с розовыми, красными, алыми парусами, привезет мне к счастью. Где тот корабль? Где тот принц? Где те волшебники, которые меня приведут в гавань счастья? Вот, надо будет крести, надо будет работать и двигаться. Вопрос. Завтра, организационно повторю для всех, завтра нужно будет в 3 часа, не позже, сесть на 130-ю маршрутку, 130-ю маршрутку, которая находится на Болгарской ниже рынка, внизу, 130-ю маршрутку, которая идет по старой дороге на Водолуводы, доехать до Скайленда. Около Скайленда будет стоять Аннушка, вот Аннушка, это она. Она вас проведет уже, она поведет насчет тренинга. Тренинг начнется так, жутковато, но тем не менее. Юля, скорее всего, будет стоять на остановке 130-го и поедет вместе с вами, чтобы кто-то обязательно потеряется, испугается или еще что-то. И пока Юля не приедет, мы не начнем тренинг, будет там уж ждать до тех пор, пока Юля не приедет с компанией. А кто-то придет, а Юля будет так, давай! Да, Юля ему возможно затащит на волосы, давай! Само собой, это не бесплатный тренинг, но оплата просто этого. Когда пройдете, посмотрим. Если мне цель нужна. Не собрать денег и убежать и так далее. Прошли, посмотрели, результат соответствующий, не бесплатно. Платят только те, кто остался в живых. Да, естественно. Хорошо, просто написать, остаться в живых. Никто не хотел умирать. Хорошо. Соответственно, повторяю. Стоимость 29 евро. А в леях? В леях, в евро, в тубриках и так далее. Минус 10% для тех, кто уже проходил любые синталовские. Не обязательно сразу платить, можно частями. Цель вообще, оплатить, конечно, надо, но лучше частями. Имеется в виду, у кого денег нет, а кто хочет пройти. Мы не ставим цель собрать денежки. А цель, чтобы были результаты, чтобы человек начал движение. Но бесплатно только с этим решением. Я противник бесплатных любых тренингов, хороших западных грантов по одной простой причине. Если человек не вложит туда силу, энергию, деньги и так далее, результатов не будет, не будет. Будет такое же самодвижение, такое же самопаразитизм, когда человек будет ждать, чтобы кто-то его привел к счастью, а не он сам. А сколько длится тренинг? Тренинг будет с 4, вот начнется с того момента, как Аня подведет к нужному месту. Там, где раздастся что-то интересное. 4 академических часа, не практически академических.
две пары по полтора. Примерно. Больше я тут не потяну. Возьму завтра. На подъеме. Он в 8 часов мы закончим, 8.30, 8.40 будет маршрутка, которая везет на собрание. Которая везет на собрание. А дополнительные скидки для тех, кто уже бежал в больнице, есть? А, для тех, кто справочка. Давай, ну, справка, да? А у меня справка есть. Вот это, а вот такой справочки мы не пускаем. Вопросы? Поскольку время 3 часа ровно, наше время закончилось. Сейчас я поставлю. Не хочет там никто. Ну вот так. Хочешь закончить? Да, 29. А, ну сейчас, да, вот сейчас много. Ну, низко. Что приедет? Да, поскольку время закончилось, а музыки нету, я прошу похлопать. До свидания всем. Ну вот так, подъем.